вашему вниманию материнскую плату от фирмы Asus модели P8H61MX, форм-фактор которой Micro ATX, а физические размеры 244 на 183 мм. Сокет 1155 и поддерживает процессоры Intel 3 и 2 поколения Intel Core i7, i5 и i3. Поддерживает оперативную память 2 DDR3 DIMM с частотой от 1066 до 2200 МГц. Максимально поддерживаемый объем 16 ГБ. Из внешних разъемов данная материнская плата имеет 1 PS2, 6 USB 2.0, 1 RJ45 для подключения сетевого кабеля, 1 VGA, 1 DVI и 3 аудиовыхода. Также стоит отметить, что видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. Слоты данной материнской платы 1 PCI-Express 3.0 X16 и 2 PCI-Express X1. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.